Так, дорогие друзья, сыночек у меня по имени Егора перекрутил мне курицу, свинину, лук и корку хлеба в конце. И получился целый такой тазик фарша. В целом, что я сейчас хочу сделать? Нашинковать капусты, сделать ленивые голубцы, сделать можно тефтельки или ежики, что-нибудь в этом роде. Фрикадельки можно делать. Но дети еще просят котлетки просто, поэтому сейчас еще и котлеток сделаем. Так, сделал, ребята, я противень ленивых голубцов, залила майонезом, там вот приправа для курицы, приправа итальянские травы, и вот еще буду сейчас замораживать это. Плюс у меня еще вот здесь тазик с фаршем стоит. Короче, я сегодня мясом занимаюсь. Ладно, вот это вот пока отправляем в духовку запекаться. Так, дорогие друзья, сделала еще котлеток. Вот три подносика. У меня просто поддон один, вот который мне когда-то прислали, поднос. Один дети сломали, а один я уже с ленивыми голубцами отправила в морозилку. И вот на таких дощечках у меня вот такие стеклянные есть. И пластиковые я покупала в Соликамске светофоре. Там две по цене одной, по-моему. Но вот факт то, что сделала котлетки, у меня были два вида панировочных сухарей, я их вместе смешала и обваляла. Убираю в морозилку. Наша задача сейчас сделать тефтельки. Фарш остался еще, и вот здесь вот у меня в ковше запарен рис. Сейчас будем делать еще тефтельки и тоже отправлять в морозилку. Короче, я сегодня, ребят, целый день как совраска. Чего, сына? Курей пошел кормить? Хорошо. Так, панировочные сухари надо убрать. Поставила все замораживаться, только не сделала пока тефтели. У меня все морозилки там расставила, пока негде замораживать. Поэтому подожду сейчас ленивые голубцы с котлетками замерзнут. Я их пакетик уберу, а потом буду постепенно тефтели замораживать. Как-то так. И готовится в духовке ленивые голубцы. Но дети стали к ленивым голубцам, им надо еще сварить макароны. Сейчас ленивые голубцы сделаю и потом буду отваривать макароны. Они попросили именно бантики. Поэтому будем варить и сделаем салатик. Мы с Катюхой приготовили салатик из помидор, огурчик и майонезика. И варю макароны, и ленивые голубцы уже готовы. Сейчас покажу, как порционно будет все это выглядеть. Пришла я, ребята, с бани. У нас уже вечер. Сейчас Света идет в баню. Я в этой комбинации. Помните, который заказывала с Василька? Слушайте, так удобно. Даже то, что пояс не приделает, все равно удобно. Сейчас буду налаживать ребятишкам и кормить их. Всем, кто кушает, всем приятно. Сейчас покажу, что у меня получилось. Вот такие вот у меня получились ленивые голубцы. У меня, видите, одна сторона духовки припекает, поэтому это мы с мужем съедим, а детям посветлее дадим. Сейчас буду налаживать порционно и покажу, кому какая порция, ну, примерно достанется. Ну, как всегда, обычно я это показываю. Так, наложила всем. Сегодня получилось так, что считала. Я вроде не считала, а получилось так, что всем по две. Ну и вот одна еще Ильюша завтра на обед с собой кушать возьмет, так как он ходит на Колым. И вот к этому еще есть салат, есть еще имбирь, есть морковка корейская. Всем, короче говоря, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем доброе утро. Всем добрый день. Вчера я замораживала ленивые голубцы и котлеты. Сейчас покажу, что получилось. Сегодня будем замораживать тефтельки. Сейчас покажу. Вот, ребята, у меня раз тарелочка с ленивыми голубцами, поднос с ленивыми голубцами, а остальное все котлетки. Напомню, фарш у меня был курица и свинина. Все перекручено, сыном не перекручивал. Тут в панировочных сухарях котлетки сейчас немножко отойдут от дощечки. Я только что из морозилки, потому что достала, видите, отойдут и в пакетик, и в морозилку буду убирать. И потом будем делать еще тефтельки и замораживать. Сегодня хотела рыбу достать, приготовить, но Ванечка увидел котлетки, сказал, я хочу котлетки. Значит, будем гречку сделать с котлетками, салатик. Вот и все, по сути, на ужин. Сейчас я варю молочный суп с вермишелькой, с мелкой. Хочу суп молочный сделать с вермишелькой что-то. Вот так вот. Всем хорошего дня.
И опять я все переиграла. Вместо котлет делаю тефтельки. Ну, мы так захотели. Вместо котлет тефтельки сделать. Поэтому сейчас готовим тефтельки в духовке. Нитику я в Соликамске взяла для запекания. Сейчас поставлю в духовку и включу ее. Это я в светофоре брала. Мне нравится с ручками, удобно. У меня предыдущая без ручек, ну там просто такие выпуклые края. А здесь с ручкой, видите, удобно по сути. Ладно, ставим в духовку и делаем. Наложила остужать молочный суп. У меня, оказывается, закончилась мелкая вермишелька, представляете? А я думала, что у меня еще много пачек, я и не стала покупать. Оказывается, надо покупать. Сварила с большими макарошками, раз нету мелкой вермишельки. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Развесила белье. Марина, ку-ку. И собрала сухое белье с веревок. Ванечка вышел на улицу. Да, Ваня? Опять самокаты раскидали с утра уже. А кто? Да, конечно, Оксанка и Маринка. И на великах Оксанка с Маринкой, да, катаются? Пошел объяснять, где кто катается. А на том велике кто катается? Маринка. Маринка, а не ты. Катала. Ты вообще ни в чем не виноват. Ты не катался? Ух ты, вредина какая. Тут папа катался. Папе-то он маленький этот велик-то. Папа маленький теперь. Папа теперь маленький, все понятно. Хочу сегодня сходить пособирать мелкие помидорки все. И ягоды с куст деревьев уже собрать на варенье отварить. Кабачки растут. Хорошо растут, слава тебе, Господи. Пусть растут все на здоровье. Петушки кричат, курочки кричат, как стомашары. Ладно, будем дальше делами заниматься. Приготовили мы кушать опять снова. Сейчас многие скажут, ну, как всегда, опять тарантины есть сели. Ну, вот, видите, я же полнее в разные стороны. Мне надо много кушать. Видите, сколько я себе порции наложила? Все сама съем. Конечно же, детям мы решили вот эти вот макарошки попробовать интересные, расцветки, фигурки интересные. Красиво также приготовила тефтельки и Светик сделала салатик. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пошли кушать. Всем добрый день. О, пусть сейчас я тебе травки нарву. Подожди, моя солнышко. Я вышла на улицу. Ванечка, ты где? Сейчас иду, солнце мое, что ты там нашел? Да. Чего там нашел? Червячка? Ой, сейчас, ребят, покажу, что Ваня нашел. Смотрите, что Ваня нашел. Какой. Не, он не кусается, сыночка. Ты гуляешь? Да. Такой весь ты грязный. Егор, а ты что, дрова таскаешь? Да. Не надо, не надо, не закапывай. Ваня, ты зачем опять велики раскидал? А кто? Маринка? Маринка на них кататься даже не умеет. У нас Маша с Оксаной ушли на площадку. Я сейчас хочу заняться, пойти дополоть грядку. И белье надо посреди сухое убрать. Ладно, одеваем перчатки, идем полоть. Ребята, одеваем перчатки и будем полоть морковку. Не надо тут пол грядки всего дополоть, остатки уже. Девочки пока на площадке. Вчера уже вечером ничего не снимала, потому что подскочило давление. Поэтому я вообще ничего не снимала. Поэтому и выпустить мне сегодня нечего. Вот такие вот дела. Ладно, ребят, сейчас пропалю грядку и покажу вам все. Чтобы мне не отвлекаться на вас, буду получше. Так, поливается. Еще водички набрать? Давай мама еще наберет водички. Держи.
поливай. Вот молодец мой мальчик, поливает, маме помогает. Да, мамешка? Надо много-много поливать. Иди еще водички налью, если закончилось. Закончилось. Закончилось, давай. Двумя ручками держи. Ваня у меня молодец, подбегает ко мне, поливает. Лейку наберет водичку, у него такая детская леечка есть. И он ходит, тоже помогает поливать. Мы сейчас с ним все польем и будем дальше делами заниматься. Но если вам интересно, то оставайтесь с нами. Всем желаем всего самого хорошего. На этом видео я завершу и продолжу снимать новые. Всем пока-пока!